Доброе утро. Как говорила вчера, пришла пораньше. Пришла там клиентка. Нет, еще, наверное, даже она не пришла. Ну, хотя, в принципе, рано еще. Я что-то аж на полчаса раньше выехала. У нас так пасмурно. Там пароход идет. На теплоходе музыка играет. А я одна стою на берегу. С Африки, наверное, с Мелии. У нас на той стороне берега находится Мелия. Африка. Африка. Мелия — это Испания. Там небольшой, как говорится, участок земли принадлежит Испании. Классно. Я думала, холодно, но нет. Прям хорошо, душно даже, я бы сказала. В общем, иду работать. Суббота. Завтра воскресенье, лафа. Нет, мы туда сейчас не пойдем. Нет. Куда пошел? Вот и все. Он сам себе хозяин. Куда хочу, туда иду. Нет, мы туда не пойдем. Мы наки. Ну ладно, чуть-чуть. Веревки из меня вьет. Вот веревки из меня вьет. Не я вожу собаку, а собака меня. Где это видано, где это слышно? Разогреваю себе макароны. Спагетти у меня были. Сосиски. Да. И сыром. Я так устала сегодня. Вообще народу прям было. Делать вообще ничего не охота. Смотрите. На той неделе, помните, мне Таня давала хурму? Зеленая-зеленая. Она уже поспела. Супер мягкая. Вкусная. Кожа немного рот вяжет, но я же ее не буду кушать. В общем, вот такая хурма. Я что-то сегодня, она мне там на террасе лежала. Думаю, посмотрю, поспела или нет. У меня были сомнения. А поспела и такая вкусная. Я прям удивилась. Так что буду сейчас отдыхать. И вечером опять у меня есть клиенты вообще. Ой, ну да ладно. Раздеваюсь тут по дороге, как говорится. Завтра-то у нас выходной. Хотя мне нужно там съездить тоже кое-что сделать. Но это будет завтра. А еще мне комары покусали. И все чешется. Ужас. Ужас. Хотела ехать на пляж погулять, но... Ну вы поняли, да? Где-то стреляют. Сегодня свадьба везде, поэтому салюты идут. Смысла гулять нет. Что, на руках его носить всю дорогу? Как-то нет особого желания силовые нагрузки делать. Так что прямиком поеду. И либо в Алькампо, либо в Меркадон. Да? Видите, он даже сам сейчас машину хочет. Че, полезешь? Вот видите. И на работе сидел такой весь зажуханный. Устала я как собака. Вся в мыле. В общем, едем фруктиков или в этот. В общем, буду думать по дороге, что делать. Но мне нужен магазин по-любому. Блин. Правда, я по субботам не особо люблю ездить в супермаркеты, потому что смотрите, сколько народу. Все толпятся, все куда-то спешат, как будто, знаете, завтра конец света. Хотя сама такая же, если мне не нравится, какого хрена иду. Ну просто надо купить арбузики, что-нибудь, вкусняшки какие-нибудь. Ну, вкусняшки в виде фрукта. А, я ананас хочу, во. Всю дорогу и думала, что я хочу ананас. Пойду выберу. Что-то арбуз мне надоел, дыньку возьму, наверное. Вот. Ананасик. По 78 копеек они у нас. Килограмм. Какой вот все время я теряюсь. Какой выбрать? Хочется, знаете, чтобы небольшой хвостик был, но чтобы он спелый был. Этот, мне кажется, спелый. Ладно, возьму вот этот, хрен с ним. Так, 246.
246. Ну, еще что-нибудь посмотрим, вкусняшки какие-нибудь. Ой, тут столько много тоже. Стоил раньше рубль 19. Может быть, здесь еще лучше. Слушайте, мне вот это уже больше нравится. Блин, ну зачем столько много кладут ананасов? Потом вот так вот ходи, голову ломай. Все. Все, ухожу быстро, 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 быстро. А я еще дыньку... О, как банан обкидает, смотрите. Опс, опс. Потом они черные. Дыньку хотела. Что-то в последний раз вот это невкусное было. Да. Как вот узнать? Ты скажи, ты вкусняцкая или не вкусняцкая? Так, тоже пошла в путь. Ну, неважно. Блин, сумка зацепилась, твою мать. Стою тут в раскоряк. Что еще вкусненького есть? Ой, я сегодня этот... Ой, я тут раз, знаете, набрала вот так и пошла в кассу. Забыла завесить все. А почему у нас манго? 2,79. А у нас вот в топ-фруктовом магазине рубль 20. Представляете, евро 20. Два раза дешевле. Авокадо взять одну. Какой-нибудь. Оно у нас почем? 5 евро килограмм. Не буду брать. 5 евро килограмм. Охренеть. Так, персики. Что-то они какого-то вида непонятного. Такие все помацанные, подсоканные. Нектарин у меня дома есть. Но если у меня дома нектарин есть, зачем я еще туда дойду? О, мой любимый отдел. О, мой любимый отдел. Ну, я пойду отсюда. Ладно, буду выбирать. Пока я вспомнила, гель для душа мне нужно купить. А пока посмотрите, в чем люди одеты. Видите, как они ходят здесь. Нет какого-то одного стиля. Более, знаете, какой стиль? Удобно. Удобно и ладно. И так хорошо. Так, гель для душа мне нужен. Какие-то крема, наверное. А вот, наверное. Так. Гель для душа. Знаете, какой хочу? Какой-нибудь увлажняющий. Смотрите. Пилингом уже. Ой. Ой, а пахнет. Можно умереть. Боже, как он пахнет. Я, наверное, его возьму. Гель-гомаж для душа, абрикосовые косточки. Ну что, возьму, попробую. А хотя здесь, вот смотрите. Есть такой же с малинкой. Ну-ка, понюхаю с малинкой. Почему гель для душа всегда хочется покушать? Боже, как он пахнет. Ну, абрикос пахнет лучше. Нет, что с... Ой, этот нет. Этот с медом мне не очень нравится. Или, может быть, какой-нибудь большой взять и увлажняющий. А вот с этим... с алоэ вера увлажняющий. Да, тяжел мой груз, несу арбуз. Я знаю, вот этот хороший лактовит. Вот они тоже стоят, думают. Почему-то все гели для душа выбирают на запах. Вы не обратили на это внимание? Johnson's Baby. Смотрите, все нюхают. Вот это понюхал. Смотрите, вот это тоже все понюхал. Орган.
возьму вот такой. Смотрите, без 100% натуральный, без мыла. Очень интересно. Возьму, попробую. Так как я хожу сейчас в душ, в спортзал, в бассейн, там кожа очень сушит, вообще пипец. А еще мне нужны эти бритвы мужу. Я купила бритву, сменный картридж. Они какие-то подделки. Он говорит, ни хрена не бреет меня. Представляете? Говорит, что за фигня? Сама ты ей брейся. Я-то, естественно, побреюсь. Куда же я денусь-то? Ну, блин, новую надо будет покупать. Так что... А где они есть-то? Опять я сюда вышла. А вот тут. Буду опять. Они, вы знаете, не дешевые. Вот, например. Видите? И по 17, 10 штук есть. Так, а где, которые... Мне надо 28, посмотрите. Вообще пипец. Цены, конечно. Блин, а тут нет, который мне нужен. Который нужен, вот нету. Блин, ну ладно. Придется в другой идти магазин. Здесь нет такого. Купила себе новый руль, у меня будет такой серенький, сейчас надену. Одену, посмотрите, что тут купила. Еще кокосовое молоко с ананасиком, буду лупить вкусненькое. Вот эту воду из-за бутылки, она узкая и литровая. Мне самый в спортзал носить, самый класс. Ну и все, остальное вы видели. Бананы, гель для душа. В общем, такие вот покупки. Бывает такое, что стоишь... В очередь встаешь на кассу, где меньше всего народу, и потом оказывается, что она самая-самая медленная, эта касса. Я уже стою здесь 5 минут, и все, и стою. Нет, они что-то там потеряли, когда другие, в которых 3 велюшки было, нормально проходят. Вроде и уйти как бы уже стыдно, но я продолжаю стоять. Ой, нет, по-моему, двигаться начинаю. Твою дивизию. Смотрите, какой у меня руль красивый, серенький, под цвет того машины. И тут все серенько. В общем, вот такой серенький руль у меня. Красивый, мягонький. А был вот этот черный, он весь какой-то, весь облез уже, весь некрасивый, видите? Я его мужу подарю, хотя с этой стороны вроде ничего. Я его мужу подарю, пускай пользуется. А у меня будет вот такой красивый руль. Классный. Прелесть, прелесть, прелестная. Сколько он стоит, хрен его знает. Евро 6, по-моему. 6 евро стоит. Все, приехали. Да. Смотрите, как он там у меня всегда ездит. Чтоб я так жил, видите? Какая у него там лафа. Телефон у меня заряжался. В машине всегда заряжаю телефон. Заряжается очень быстро. Мне сегодня племяшка мандыкнулась. Вот сегодня переписываюсь носом. Ей сколько, полгодика. Дети падают. Мамаша в шоке. Вот так вот. Такой у меня руль красивый. Все, пошла домой отдыхать. Если так можно сказать, надо посуду помыть. Да? Мама лакая? Ты моя рыба. Ой, лакая, ну а лакас. Пока муж посуду моет, я тут замочила ванную. Вот эта штука, она очень неудобная, потому что она как-то как окисляется, что ли, не пойму. В общем, следы ее мой, не мой. Как и вот эта штука, вот это вообще хочу заменить, потому что это вообще ее мыть очень неудобно. И фигня какая-то на постном масле. В общем, сейчас буду драить, отдраивать все. Видите, у меня там все замочено в средстве. Что-то я посмотрела, думаю, какая-то она грязная. Надо ее отпидорить. Этим мы займемся. Голенькая буду сейчас все отмывать. Голенькая. А ванну я вообще не представляю, как можно мыть не голенькой. Все равно себя намочишься кругом. Машинку включила, стиральную.
А, думаю, что шумит так? Что-то как-то странно, уже испугалась. Думаю, машинка сейчас сломалась, что ли. Чайник поставила кипятиться, блин, пипец. Ой, смотрите, у меня муж как моет посуду. Вот так все сваливает. Конечно, немного не по-моему, потому что я все вот сюда складываю, а он сюда. Ну и что? Хоть как, какая разница? Зато помыл всю посуду. Так кажется, что такая гора огромная, но там всего лишь, видите, две сковородки большие. Поэтому, так как готовлю почти всегда на двоих, ну как на двоих, ему отдельно, мне отдельно, то посуды всегда много. Кстати, я осталась в гордом одиночестве, потому что тут какой-то футбол по телевизору, по платным каналам. И ушел футбол, смотрите. А мы будем смотреть с Чарли, что нам нравится. Ютуб. Ой, нет, я знаете сейчас какой сериал? Смотрю «Королек, птичка, певчая». Турецкий. А, не, только я смотрела старый вариант, когда чай делал. Ой, блин. Такие мягкие они. Поспели. Тань, поспели вишни в саду у тети Тани. Чего говорила? А, «Королек, птичка, певчая». Я смотрела старый вариант какого-то там давнишнего года. Мне очень нравился. И вот сейчас смотрю с новым вариантом. Мне тоже очень нравится. Классный. Ну так, знаете, тоже несколько серий. Серии, наверное, три. Нужно в него врубиться. Кстати, посоветуйте какие-нибудь сериалы. Турецкие, корейские, корейские. Только я, знаете, какие люблю? Старинные. Ну, старинные, исторические. Вот такие вот, знаете. Чтобы прям, вот типа... Господи. Как он это? Золотой век? Золотой век, что ли? Султан Сулейман. Или вот корейские «Алые паруса». Мне тоже понравилось очень. «Алые паруса» же они назывались. Классный. В общем, типа такого. Ничего не могу найти. Много начинала смотреть, но как-то все не то. Еще у меня все пальцы... Раз кактус упал. И у меня все пальцы в этих... В занозах от кактуса. Болит, зараза. Ладно, чай навела. И буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. У меня, конечно, планы были одни, теперь совсем другие. Все поменялось. Видите, жизнь такая, что вообще невозможно ничего планировать, потому что все меняется буквально за секунды. Но главное, чтобы не в худшую сторону, а в лучшую. Так что я желаю вам, чтобы у вас все планы менялись только в лучшую сторону. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра.